Полицейские Соединенных Штатов спасли поросенка, выпавшего из грузовика на шоссе в Огайо. У детеныша появился новый дом. Накануне дорожному патрулю поступило сообщение о выбежавшей на шоссе свинье. Сотрудники прибыли на место и подобрали растерянное животное. Они предположили, что поросенок выпрыгнул из грузовика, в котором его везли на продажу. Полицейские передали детеныша в общество защиты животных округа Росс. Его назвали Перл Панчетта. Сейчас за поросенком ухаживает волонтер.